Мы говорим «го», вы говорите «баскет». Всем привет, друзья, с вами Саша и Слава, и мы находимся в городе Екатеринбург, где пройдет одно из самых знаковых событий в мужском баскетболе. Финал четырех в Винлайн Кубка России. И квартет участников хорошо известен. МБА, Зенит, Пари, Нижний Новгород и Уралмаш. Состав более чем внушительный, и думается, что поединки будут тяжелыми. Насколько тяжелыми? Надо выяснять. Рубрика «Командное взвешивание». Игроки каждой команды поочередно встают на весы, полученные килограммы суммируются и составляется рейтинг клубов тяжеловесов финала четырех Винлайн Кубка России. Как ты думаешь, кто в итоге окажется самой тяжеловесной командой финала четырех? Ну, у нас не все игроки были, как я понял. Давайте подумаем. Интересно. Мне нужно назвать участников. Пусть будет МБА. Скорее всего, Зенит. У них есть очень большой человек Клименко. А если разобраться, там и в МБА есть ребятки, которые большие достаточно, да. И в каждой команде есть свои большие дядьки, поэтому очень сложно сказать. Ну, я думаю, что мы будем первые и вторые. МБА на каком месте будет? По весу. Ну, давайте третьи будем. Мы фитоняшки. Ну, вряд ли наши, у нас все ребята такие... Фитоняшки? Подтянуты. Наверное, только у нас кто больше всех, наверное, труши весит. Так, я думаю, кто-то из других финалистов будет победителем, точно не мы. Так что, думаю, точно мы будем четвертые. Захар же взвешивался, это плюс 3000. У нас еще двух молодых нет. А где они? Почему не все вешались? А их не было на тренировке, у них игра сейчас. Мы. Почему? Взвешивание, потому что неправильно делали. Делали вечером, а не утром, во-первых. Во-вторых, мы... Сами частично виноваты. Мы виноваты, что да, мы поздно прилетели. Нас задержался вылет, и поэтому мы лежали и ели в аэропорту. И поэтому очень тяжело. И, соответственно, мы побьем. 175. Иди еще раз. Проще скинуть или набрать? Наверное, набрать. У меня все хорошо с личным весом. И то легко делается, в принципе. Когда хочу набрать, набираю, когда хочу скинуть, скидываю. Ну, слушай, после игры, если особенно еще чуть-чуть устал, можешь немножко лишнего съесть на ночь. А на следующий день выходной ты можешь опять что-то съесть лишнее. И потом приходишь на тренировку и чувствуешь уже, как будто поднабрал. Набрать получилось только в ковид, когда меньше бегаешь, когда просто дома сидишь, ешь и идешь в тренажерный. Это вот сам такой легкий набор веса. А так по сезону тяжело дается. Тебе что проще, бороться с ними или накапливать? Ну, уже мне сколько, 27, но уже бороться с весом тяжело на самом деле. Вот этот год что-то прям как-то прибавился у меня. Говорить про вес, что еще добавляет вам веса на площадке? Уровень баскетбола, конечно же. Болельщики наши трибуны, все, которые нас заводят, это самая главная поддержка. Мы любим очень наших болельщиков и ждем на игры, так что пригоняйте, будет весело. Скажи, пожалуйста, что вам придаст вес на площадке помимо килограммов? В чем еще ваши сильные стороны на этом финале? Это желание. Я надеюсь, что мы этим желанием добьемся того, что очень хотим. Ну, даже, наверное, не вес больше важен, а важна сила в ногах, наверное, больше важна. Потому что много перемещений, стаггеров, но в то же время надо меняться в защите, там, играть против четвертых, пятых номеров в посте, поэтому не вес. Ну и голова тоже важна. Да, вот и хотел сказать, а насколько важен этот психологический вес, авторитет? Ну, даже не то, что авторитет, а просто там, где правильно позицию выбрать, где там чуть-чуть немножко можешь подтянуть на себя или еще что-то там. Такие небольшие хитрости.
Кроссовки снял, читер. У нас еще впереди подсчеты, поэтому если не будет хватать грамульки другой, ты знаешь, что у тебя всегда есть что? У меня есть вкусняшки, сладости мои. Нет, есть конфетки, самый калорийный хэштег соцсети. А не конфетки? Есть конфетки. Снимали просто, я забыл. Я как бы есть не перестал, но хэштег забыл. Мне, кстати, всегда было интересно узнать. Что? Вот что. Для нас огромная честь принять участие в финале четырех. Я понимаю, как это важно для нашей команды, для нашего клуба, для города. Огромная честь принимать этот турнир. Я думаю, что каждая команда приехала сюда побеждать. Для нас это тоже очень важно. В том году мы были третьи. Хочется сделать шаг вперед. Especially for all the fans, that as I understand, the stadium is going to be full. So for all the fans, I wish to enjoy very much this competition. Если попадает в финал четырех, конечно, вы приходите и дать свой максимум. Значит, попасть в финал и попробовать выиграть финал. Кто выиграет, ну, самое главное, что в целом выиграет российский баскетбол. В первую очередь, я очень рад, что мы прервали эту черную полосу с НБА. Даже могу сказать, что самой важной игры для нас полуфиналу Кубка России. Эмоции? Пока никаких. Я устал маленько пока сейчас. Конечно, рады, то, что мы вышли в финал. Очень приятное ощущение. Ну так вот, чуть-чуть порадовались, все уже через день игра, сейчас готовиться надо уже к следующей. Все, это забыли. Сейчас, может, в раздевалке чуть порадуемся еще прям. Вот так. И все, и закончим. Миша Беленицкий. Где ключ нашей победы сегодня? Он просто разрывал нашего соперника. Их идеи, их принципы он сегодня разрывал. Миша Беленицкий, да, я знаю, да. Это нигде не записано в статистике, но его защита, остановка Лопатина, у него решение и все остальное были ключ. Да, и остальные. Но он просто его выключил. Лопатин каждую игру против Нижнего Новгорода играет как Джордан. Поэтому это был момент, который надо просто пересмотреть и скорректировать. Кто выиграет, с этими хочу встретиться. Там угадать что-то там, кто-то там. Просто пускай заслуживает, как и мы. They are in focus in this competition from some weeks ago, and theoretically they are the favorites of the final. But we will try to do our best and to show our potential and to try to minimize our mistakes and to deserve to win.
этому шли. То есть мы хотели, то есть самые наши первые игры в Кубке России, мы хотели победить. И к этому и идем. I'm happy to play the final. In all my career, I'm not thinking like this. You know, finally I play with all the coaches a lot of times, and always you have one reason to win or to lose, no? So the most important is that it's a final. Doesn't matter who is the opponent. Big respect for them. Big respect for Zoran Lukic, and just to make good job and to try to win the game. And if we lose, we will shake the hands and we will say congratulations. Nothing else.